Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели информационную встречу, посвященную газовой безопасности, с техниками организаций и старшими по домам на площадке ООО «Коммунальные услуги». Депутат окружного совета Павел Чемурлиев призвал проводить разъяснительную работу с населением. Для этого партия совместно с Минстроем разработали специальные памятки. Получить их могут все желающие в управляющей компании ООО «Коммунальные услуги» или в местном отделении партии.